Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке биологии. Наша тема сегодня – жизненно важные системы органов, координации и регуляции у человека. Нервная система. На уроке вы научитесь оценивать значение нервной системы жизнедеятельности организма человека, определять структурные особенности нервной системы и классифицировать нейроны в зависимости от выполняемых функций. Начнем урок мы с того, что вспомним некоторые биологические термины. Вы знаете, что орган – это часть организма, которая выполняет определенную функцию. Наш организм состоит из множества органов, например, головной мозг, желудок, ушная раковина, почки, печень, сердце, легкие и, например, кисть руки. Органы не работают самостоятельно, они объединяются и образуют системы органов. Система органов – это группа органов, имеющих общее происхождение, единый план строения и выполняющих общую функцию. Например, легкие и бронхи – это органы дыхательной системы, а кровеносные сосуды и сердце – это органы кровеносной системы. В организме человека есть различные системы органов, например, нервная, дыхательная, эндокринная, кровеносная система, пищеварительная, репродуктивная и опорно-двигательная система. Сегодня на уроке мы с вами начнем знакомство с системами органов, и первая система, о строении особенностей, о которой мы будем говорить, это нервная система. Нервная система – это совокупность специальных структур, которые объединяют и координируют деятельность всех органов и систем органов организма и постоянно взаимодействует с окружающей средой. Нервная система по строению делится на две части. Центральная нервная система – это головной и спинной мозг. И периферическая нервная система, к ней относятся нервы, нервные узлы и нервные сплетения. Нервная система выполняет важные функции в нашем организме. Регуляция работы всех органов организма, координация и обеспечение совместной деятельности всех систем органов и обменных процессов. Также функцией нервной системы является поддержание гомеостаза, то есть постоянного состава внутренней среды организма. Это необходимо для нормальной работы всех органов и систем органов. Нервная система также обрабатывает и анализирует любую информацию, которая поступает от рецепторов. Нервная система адаптирует наш организм к внешней среде в соответствии с полученной информацией и осуществляет рефлексы. А также нервная система – это основа психической деятельности, таких важных процессов, как мышление, сознание, поведение, речь и память. Нейрон – это нервная клетка, единица строения и жизнедеятельности нервной системы. Нейрон приспособлен принимать и передавать нервные импульсы. Тело нейрона имеет отростки, которыми он соединяется с другими клетками. Короткие отростки называются дендритами, а длинный отросток называется аксон. Подробнее выясним, как же они устроены. Итак, дендриты – это несколько обычно коротких разветвленных отростков. По ним импульсы следуют к телу нейрона. А вот аксон – это один длинный отросток. По нему импульсы идут от тела нейрона к другим клеткам.
миелиновая оболочка – это оболочка, жироподобное вещество белого цвета. Оно обеспечивает изолированное проведение нервного импульса по нерву. Белая оболочка миелиновая есть у аксонов. Мы видим на схеме. Перетяжки Ранье – это сужение миелиновой оболочки. Вот эти термины нужно запомнить. Еще один термин, который вам не знаком, это синапс, место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающий сигнал эффекторной клеткой, то есть клеткой рабочего органа. Синапсы обеспечивают распространение импульсов только в одном направлении. Основу нервной системы составляет нервная ткань. Нервная ткань состоит из нейронов или нервных клеток. Они являются единицей строения и жизнедеятельности нервной системы. Нервные клетки окружены клетками нейроглии, которые служат для защиты и опоры нейронов. И вот эти две группы клеток, нейроны и нейроглия, и образуют нервную ткань. Центральные органы нервной системы – это головной и спинной мозг. Они образованы белым и серым веществом. Серое вещество представляет собой тела нейронов, дендриты и аксоны, у которых нет миелиновой оболочки. А белое вещество состоит из аксонов, которые покрыты миелиновой оболочкой. Вы запомнили, что миелиновая оболочка белого цвета, поэтому и белое вещество. Нейроны выполняют в организме разные функции. Есть чувствительные нейроны. Они проводят информацию от поверхности тела и внутренних органов в головной мозг или спиной. Вставочные нейроны анализируют информацию и вырабатывают решения. А исполнительные или двигательные нейроны проводят импульс, то есть команды от головного и спинного мозга к органам. Итак, мы с вами в ходе урока узнали некоторые термины. Их нужно выучить. Нейрон – это единица строения и жизнедеятельности нервной системы. Аксон – это обычно один длинный отросток, по которому импульсы идут от тела нейрона к другим клеткам. Дендриты – это несколько коротких разветвленных отростков, по которым импульсы следуют к телу нейрона. И синапс – это место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Нейроны – это важные клетки в нашем организме, и они достаточно хорошо изучены. И вот несколько фактов о нейронах. Нейроны бывают разных форм и размеров, в зависимости от того, где они находятся в теле и для чего они запрограммированы. В нашем мозге содержится около 100 миллиардов нейронов. Это больше, чем количество звезд в Млечном Пути. Если соединить все нейроны нашего тела, их длина составит 965 километров. К делению способны только молодые нервные клетки. Зрелые нейроны не воспроизводят себе подобных, поэтому нервные клетки необходимо беречь от гибели. Нервная система уменьшается с возрастом. Каждый год на 1-2 грамма. Основная причина – разрушение нейронов. Нейроны – очень особенные клетки, и им требуется больше глюкозы и кислорода, чем остальным клеткам нашего тела.
Дорогие ребята, наш урок подошел к концу, и я уверена, что по окончании урока вы способны оценивать значение нервной системы в жизнедеятельности организма, определять структурные особенности нервной системы и классифицировать нейроны в зависимости от выполняемой функции. Дорогие ребята, я желаю, чтобы изучение биологии для вас было интересным и полезным. До свидания!